На моем канале большая распаковка. Что я приобрел? Я приобрел вот такой вот бокс для камеры Sony. Экшн камера Sony. Готовлюсь к большим съемкам на фоне. Бокс. Есть, бокс есть. Так, а что я сюда буду класть? Отложим это сюда. Что у нас тут есть? В Sony центре я приобрел это все, чеки, дело нужное, полезное, привычка дел, все делать аккуратно, ну по крайней мере что-то. Берем ножик. О, такой ножик. Значит, я приобрел. Гарантия 2 года на аккумуляторы и зарядное устройство. То есть это зарядное устройство для экшен камеры Sony. Как она открывается? Ага, поддалось. Как говорится, книжечки никто не читает. Мы их сюда и покладем. Так, зарядное устройство вот такое. Мини USB. Слушаю. Ну, чайник закипел, ты собирался пить или что? Ты пьешь? Давай. Молодец. Давай, как себе, сделай там. Хорошо. Все, спускаюсь. Так, значит, вот он, аккумулятор. GoPro Hero 3 Plus. Меняем на экшн камеры Sony. Как она открывается? И открывается ли она вообще? Надо бы посмотреть инструкцию. Ага, вот тут. Видите? Туда. Как говорится, аларчик просто открывался. И вот эти все три должны, стрелочка, видите какая, аккумулятор на 1240 миллиампер в час. Ну что, довольно таки мощный должен быть. Так, вставлять вот так. Раз, два, три. Раз, два, три. Наверное, так. И вот так это будет. Раз. Ух ты. Тут, смотрите, фирменная Sony. То есть, если взять его посмотреть. Угу.
если взять, посмотреть, смотрите. Sony L, фирменная такая вещь. Интересно. Итак, это вот так вот вставляется. Это так. И можно опробовать его на заряд. Что у нас тут есть? У нас тут есть. Тут вроде как шнур совершенно иной должен быть для зарядки. Вот такие-то дела. То есть обычный шнур не подходит. Ну ладно. На этом заканчиваем первую часть. Позвали. Мы достаем карточку для экшен камеры на 64 гигабота, высокоскоростная, класс 3, чтение 95 мегабит в секунду. Запись 70 мегабит в секунду. Вот такая вот. Ее можно вынуть. Не зарезал. Так, аккуратненько. Раз. И все. Карточка вынимается. Вынимается карточка. Карточка вынимается. И наконец она вынулась. Вот такая вот. И далее пойдет распаковка вот этой вот экшен камеры. Sony 4K. Live View Remote Kit. Вот это будет кит, а это будет сама камера. Так, как она открывается? Remote Kit. Карточку куда я положил? Ага, вот она карточка. Мы ее сюда. Это можно сюда. Аккуратненько вскрываем. Раз. Вскрываем. Два. Вот она пошла. Три. Это у нас пошло. Четыре. Угу. Так, берем два и вынимаем. Хороший боксик. Мы его кладем сюда. Кстати, ничто не выбрасывайте, потому что надумайте сдавать, как я сейчас, вот эти вот камеры. И к ним нужна будет упаковка. Итак, сам контроллер. Вот он какой. Нажал, и ничего не происходит. То есть он тоже должен подзаряжаться. Что, что и как.
Еще неизвестно. Меню. А, это запись. А включается он здесь. То есть я его нажал. Ну и что? И ничего не происходит. Нет. Вот появились часики. Настройка часов. Это надо будет настроить. Хорошо. Теперь саму камеру. Раскупорим, откупорим. Так, что ее держит? Держит ее. Ага, вот она и вывернулась. Так, это поправили. Пока сюда положим. И вот она, сама камера. Защелка open. Интересно, стоит тут что-нибудь или не стоит? Включается она вот таким вот образом. Что-нибудь зажглось? Ничего не зажглось. Значит, здесь не стоит аккумулятор. Вот так вот. Это вот так вот. Это вот так вот. Ну, видите, как я интуитивно разбираюсь. Это вот так вот боксик снимается. Ну и смотрим, есть ли тут аккумулятор. Так. И что надо открывать? Открывать, открывать. Это сюда. Ладно. Угу. Это у нас различные входа. Хорошо. Так, а аккумулятор должен быть здесь. Значит, если это так, а если это так, то по идее. Должен выдвигаться. Значит, аккумулятора тут нету. Камера FDR-X300R Sony 4K. Ага, это для SD. Карточки. А она вот так хорошо. Опа! Отлично. Карточку мы вставляем. Вроде бы правильно вставили. И это радует. Карточку вставили. А теперь батарейку. Посмотрим, что тут у нас. Еще есть. Открываем. Вот так вот. Пошла инструкция. Это весь инструкция.
Инструкцию не смотрим, надеемся на интуицию. Это браслет для нашего пульта. Это нам не надо. Так, пульт. Судя по вырезу, это должно быть вот так вот. Должно быть защелкнуто. Вот оно и защелкнулось. Одно есть. Так, это у нас... Что это у нас? Это у нас, наверное, другой держатель. Он нам не нужен. Это у нас должно быть... А, это должно быть другой еще держатель, насколько я понимаю. Для нашего пульта защелкивается. Это зарядка для пульта. Вот она какая. Подзарядим. Это у нас какое-то крепление снизу на защелке. И наконец-таки аккумулятор. Так, все, еще шнур у нас есть. Вот это шнурочек, видите, особый, как бы сказать, разъем. Вроде бы USB, значит, это обычный USB. Вот это, где у нас лучше показать. Вот это мини-USB, насколько я так понимаю. А это будет микро-USB. Вот так вот. Разворачивать пока не будем. Нам надо вынуть эту штучку. Дальше это все можно опять-таки отложить. И теперь остается понять, как надо поместить сюда аккумулятор. Судя по всему, он должен вот так вот помещаться. Значит, здесь мы уже вставили карточку. Здесь у нас разъемы. А здесь у нас должны... То есть стрелочка сначала сюда, а потом оп, поддеваем, и все у нас пошло. Так, как а теперь все это надо сюда поместить? Это все поместить, наверное, это надо будет вот таким вот образом, насколько я понимаю. Стрелочка, вот она, и все это мы помещаем. Помещаем. Причем как-то помещать надо. Раз у нас защелочка так, помещать мы должны вот таким вот образом. Ну-ка. Раз. Ага. Как говорится, не идет. Не идет. Значит, тогда надо попытаться наоборот. Это прижать сюда.
То есть ничего насиловать не надо, тоже не идет. Не идет, не идет. Значит, надо будет посмотреть, как она идет. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Плюс-минус. Так, смотрим, что тут. Минус. Можем взять. Одна камера села уже. Угу. Так, так, так. Ух ты. Оказывается, тут надо посмотреть. Она вставляется как-то. Как-то вот так, 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 рак. То есть он несколько заходов. Еще разок смотрим. Вот тут стрелочки. Туда. Сюда и в бок. Какой последовательности? Ага, и еще видите, то есть это как раз означает туда-туда, туда-сюда, сюда-туда. Раз, не идет. Два. И никак, и никак. Все должно легко и просто вставляться, но что-то не вставляется. Так как не вставляется, придется смотреть. Вот, нет. Вот это движется, и это движется. Придется смотреть инструкцию. То есть, а то можно поломать. Будем смотреть инструкцию.